13-е Экспо Китай-Сиан и 13-й инвестиционный бизнес-саммит Китай-Сиан пройдут в сентябре в городе Наньнинь, административном центре Гуанси Чжуанского автономного района. О подготовке и целях мероприятий сегодня на пресс-конференции рассказала замминистра коммерции КНР Гао Янь. В 2016 году исполняется 25 лет двусторонним отношениям Китай-АСЕАН. Предстоящая выставка станет хорошей площадкой для развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в строительстве морского шелкового пути 21 века. Укрепление кооперации сторон поможет модернизации зоны свободной торговли Китай-АСЕАН. По словам чиновника, Китай продолжит сотрудничество со странами АСЕАН в области торговли, инвестиций, инфраструктурного строительства и производственных мощностей. В 2015 году объем торговли Китай-АСЕАН превысил 470 миллиардов долларов, объем двусторонних инвестиций – 156 миллиардов. Ожидается, что к 2020 году эти показатели удвоятся.